Без денег и без квартиры. В такой ситуации сейчас находятся долевики, которые вложили средства в строительство позиции номер 6 по улице Гражданская в Чебоксарах. До эфира мы встретились с ними в недостроенном доме. Повесить красивые шторы, выбрать обои, поставить мебель и справить новоселье планировали участники долевого строительства осенью 2016 года. Так наступила осень 2017 года, а дом остался вот в таком состоянии. Речь про позицию номер 6 по улице Гражданская. Экскурсию нам проводит участник долевого строительства и по совместительству проектировщик данного дома Дмитрий. Говорит, больше нет сил смотреть на то, что происходит с его проектом, и надеждой въехать сюда с семьей. Первая остановка – крыша. Грубо говоря, не хватает несколько слоев. Из-за этого во время дождя в квартирах на верхних этажах образуются лужи. Но сырость, которая держится в плитах перекрытия, по зиме она свое дело сделает. Я боюсь, что это приведет к тому, что надо будет демонтировать то есть перекрытие на последних этажах. Здесь видны следы протечек, вот они, мокрые углы. Я так понимаю, здесь даже чуть-чуть подсохло, но вот этот кальций, который вымывается из раствора, он вот виден в виде таких капелек, которые здесь висят. Это постоянно все плачет. Плакать готовы и сами участники долевого строительства. Их больше 70. Стал переживать уже осенью прошлого года, так как сдать должны были летом. Не сдали, все кормили обещанием завтра-завтра, потом вообще все стало, и до сих пор ничего не ясно. Мне приходится в съемной квартире жить. Я снимаю, я сейчас плачу ипотеку, вот получается так. Не закончено благоустройство, в принципе, вы видите, то есть не сделаны входа, не сделаны подъезды к дому, пожарные проезды не сделаны, парковки не выполнены, детская площадка не выполнена. А внутри не до конца штукатурные работы, не до конца электричество сделано на верхних этажах. И самая головная боль – это газ. Пригласить на объект директора компании-застройщика не получилось даже у представителей Минстроя Республики. В любом случае, если объект не будет завершаться, мы в любом случае будем в этот процесс вмешиваться, то есть будем работать уже непосредственно вплотную с самим застройщиком. Есть различные много способов, вариантов по достройке объекта. Достаточно, конечно, тяжелый, но в любом случае мы этот процесс будем контролировать совместно с администрацией города. Очередное совещание с долевиками и, надеемся, застройщиком назначено на конец недели. Но этот работающий миксер для раствора – своего рода свет в конце тоннеля. Впервые за последние недели на стройке началась хоть какая-то активность, отмечают собравшиеся.